Сейчас много шума по поводу наших ударов по энергетической инфраструктуре соседней страны. Да, мы делаем это. Но кто начал? Кто ударил по мосту по Крымскому? Кто подорвал линии электропередач с атомной электростанции Курска? Кто не подает воду в Донецк? Неподача воды в миллионный город – это акт геноцида. Никто, нигде словом об этом не обмолвился. Вообще. Молчок полный. Стоит нам только пошевелиться, что-то сделать в ответ. Шум, гам, треск на всю Вселенную. Это не будет нам мешать выполнять боевые задачи. И я хочу вас поблагодарить, что вы и ваши товарищи делаете это самым достойным образом. Спасибо вам большое. Еще раз поздравляю вас с высокой наградой России. И с наступающим вас Новым годом. Вряд ли мы до Нового года увидимся. Всем вашим коллегам, товарищам боевым, самый наилучший привет. Всего доброго. До свидания. Спасибо.